Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на божестве за Турцию, за Османскую империю проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Storm. Знакомимся с новым дополнением, выходит оно, наверное, для вас уже завтра, но я могу вам показать заранее. Напоминаю, в комментариях пишите, что вы хотите увидеть в первую очередь, я буду стараться взаимодействовать, хотя я вот сейчас как бы на два видео впереди, грубо говоря. Вот сейчас вышло первое видео, а я сейчас вот третью серию записываю. Так, отправляем в Стамбул дорогу. Пока, конечно, все необычно, все новое, но выглядит, игра стала лучше выглядеть. И по ощущениям она и играется быстрее. Ну, то есть нету каких-то долгих переходов хода, хотя я поставил самую большую карту и аж 18 цивилизаций. Не очень мне повезло с соседями, скифы, ацтеки, и не очень повезло с местностью, честно говоря. Но я думаю, неприятность эту мы переживем. Надо учиться уже пользоваться очередью строительства. Я только к концу второй серии... Ух ты, ацтеки уже мне религию разносят, вы смотрите. И что за зороастризм, что он дает? Давайте глянем. Уже 6 религий из 7. Ну, это, блин, комп на божестве не... Как всегда в своем репертуаре. Так, монахи-воины и дом собраний. Ну, фигня полная, честно говоря, для такой религии. Ну, то есть для меня она нафиг не нужна. О! Новое поселение на другом континенте, во-первых. Во-вторых, мы покупаем вот этих свинок. Успел я до них добраться. Ну и давайте сразу, наверное, черепаху купим. Вот так вот. Не, давайте сначала на черепаха, чтобы вырос город. Сразу делаем монумент. Тут, правда, нету лояльности влияния, но может быть от Дидоны. Ну и мне осталось где-то вот тут город, вот этого поселенца тут поставить. И я буду очень доволен. Только тут будут проблемы с лояльностью, конечно. Тут будут проблемы с лояльностью. И надо бы мне сюда привезти дуболома. Да, и надо построить скаута и посмотреть, там скаут с кошками должен быть, а не с собаками. Что это в первой серии показывал. А, так вот у этих... Да, во, с кошками. Можно на других. Так, что-то он нас не любит, перс. Вот, скауты. Дидоны с котиками какими-то полосатыми. Everything has its limit. Обработку дайте я уберу ресурсы. Тут. О. Чтобы лучше котиков рассмотреть. Котики. Так, беремы можно порассматривать. Так, а есть еще скауты чьи-нибудь? Нет, нету. Ладно, вернемся. Ну вот можно, видите, отключать название рек, это не проблема. А название вулканов тоже. Чудеса природы. Вон там, видите, Везувий отключается. Но, по-моему, с названиями прикольнее. Так, последнее место, где осталось мне поставить. Будет минус 17. Минус 17. Знаете почему? Потому что тут, видимо, столица. Ну, слушайте, ну это какой-то вообще очень крутой этот минус 17. Чё так сильно? Из-за чего? Но я все равно поставлю тут город. У меня нету выбора особо. К сожалению. Так. Ну, очень сильно. Тут, ну, скорее всего, столица у... скифов. Это хорошо, что они с персами воюют, на меня особо внимания не обращают. Я могу тут немножко влезть. Но мне реально, ну где мне вот стоит отставить город? Ну, у меня место для расселения. Конечно, стоит вот тут вот еще палать бы. Пока этот остров, я вижу, тут какая-то пустыня.
Тут те же минус 20 лояльности сразу. Вообще очень такая нехилая лояльность, причем сразу обрывается вот здесь. Чего так сразу много лояльности идет? Да. Так, давайте, может, тут тоже что-то в очередь сразу поставим. Рынок, например. Пирамиды. Ну, не хочу я тут пирамиды ставить. Давайте рынок в очередь. Так, как тогда пользоваться? Так, холера. Я же нажимал... А, надо... То есть, если я нажимаю на Shift, оно не работает, да? Я так понял? Давайте рынок. Да, не работает. Это надо открывать вот это вот. И сюда добавлять тогда. Может, она, кстати, без шифта добавляется. Давайте глянем. Да, просто если открыта очередь, сюда добавляется без всяких шифтов. Ну, это... А, убирается правой кнопкой. Немножко... Немножко дебильновато. Будем честны. Так, ну вот тут коммерческий район надо ставить. То есть надо открывать очередь. То есть лишнее... лишние движения мышкой, понимаете? Лишние нажимания. Чё? Оракул построили. Тоже неплохо. Молодцы. Не-не-не. Мне вот интересно, это мировое влияние... На что влияет, извините за тавтологию? Может, ты мне мировое влияние дашь какое-нибудь? Например, 21 штуку. А, нет. 19. Она готова железо. Ну, вообще, я бы скифам не помогал, честно говоря. Я просто хотел посмотреть, сколько это влияние стоит. То есть теперь вот, у меня сейчас идет влияние от того. All the world's a stage, and all the men. Может взять вот этот вот лимитан. Плюс 2 лояльности. Так, и вот это можно убирать. Давайте строителей. Я просто не знаю, как вот мне вот этот город защищать от действия лояльности, когда тут будет минус 15. Это вообще трындец. Ну, здесь плюс 6, потому что я взял лимитан. И здесь, наверное, плюс 7 и 8, да. Ну, я пересажу сюда Магнуса, предположим. Гарнизон будет. Но это максимум того, что я могу сделать. Хорошо, а открытые границы мне скифы за что готовы дать? Ну, нормально, меня устраивает. Это по-божески. Пойдем посмотрим, что там у скифов. Так, ну мне осталось набрать 6 очков. При этом еще как минимум 10 ходов будет век, так что... То есть 3 очка за мечников, например. Я же открыл уже мечников, да. Кстати, судостроение давайте откроем. Тут вот районы еще построятся. О, в Трабзоне... Уменьшение. Не надо. Не надо. Так, Анкара, что у нас растет? Анкара растет. Стамбул. Тут я ничего вырубать не хочу, я хочу оставить. Черепашек обработать. Тут надо мрамор купить, обработать. Так, в принципе, по ресурсам неплохо.
производства нету. Видите, какие-то либо луга, либо вообще пустыня. О, вот персу, наверное, поможем. А давай ты мне больше. Вот давайте как-то вот так, например. Я, правда, не знаю пока, зачем этот ресурс влияния. 4 золота вход. Как-то дорого. А вот так. 3 золота вход. А вот так. 2 золота вход и 2. Ну, давай примем. След апостола у него есть. То есть там скифы явно давят перса. Ацтеки захватывают зулусов. Ничего себе. Ну, вообще логично, потому что у ацтеков уникальные юниты начальные, а пока там зулусы до своих корпусов и уникальных юнитов доразвиваются. О, слушайте, а тут места есть. О! Слушайте, а вот тут надо селиться. Так может не выдел... Ну, блин, тут тогда явно... Блин, ну минус 16. Ну тут же явно вот поселится тогда скиф и будет давить на мой Эдирне. Но тут хорошие места. Ладно. А, я плавать не умею пока. Что мне для плавания надо? 5 ходов. Я все-таки хочу сюда пойти. Потому что тут... Ну это мучение будет. Ну вот давайте посмотрим. А, значит, губернатор 8 дает. 3 от уровня настроения будет. И 3 другие эффекты. То есть это я поставлю, например, сюда гарнизон. То есть итого у меня тут 14, да? То есть не хватает. С другой стороны. Эти вот все города сейчас будут влиять на него. Блин, ладно, поставлю тут город. Боюсь, что, конечно, ошибка. Но... Будем пробовать. Что там по городам вообще у скифа и... У скифа... Раз, два, три, четыре, пять... Вот Гелон и Салоха это персы, что ли? Города. Не знаю, у персы 4. Надеюсь, они будут очень долго воевать. И умрут в один день. Вместе. Так, Анкара растет, Стамбул. Стамбул растет. Тут ничего не будем замыкать, никакие клетки. Вот тут, наверное, нет, черепаху как раз оставим. Надо, чтобы вырос город. Девять ходов коммерческие. Да, ну, производства нету. Нету производства вообще. Ну, первая ГГшка. Арма. О, в Анкаре так быстро. Домов сразу нету. Ну, тут надо амбар. Давайте сразу в очередь амбар поставим. Ну, тут куча... Может, это другой континент? Ой, это на Риву. Слушайте, я их первый нашел, кстати. Вот где они. Что Арма, что Антананариву. Отлично. Так, ну что, ставим. Сразу сюда перебрасываем Магнуса. В Урфу. Минус 8,4. Это плохо. Не надо было, наверное, ставить город.
Не очень мне. Так, арма создать гавань, создать кампус. Авалонию нашли. Урфа близко к Покровке. Но это как раз столица. Ну тут понятно, что из-за того, что это столица. Какие-нибудь у меня есть на лояльность. Ну, Миомани на лояльность. Но... Это второй только уровень. Где тут? А, нет, тут, смотрите, больше нету Амани этой прокачки на свои города. Да. Ну что, скифов захватывают? Ну, блин, ну проблема тут. Может монумент купить тут вообще? Сколько он будет стоить? 120. Хрена, я его накоплю. Может мне продать какие-нибудь... Продать кому-нибудь что-нибудь? Вот Дидона, например, не хочет какие-нибудь меня ресурсы купить? У нее 58 денег, у нее денег мало. А Ацтек, он в войне как раз, 117, во. Не хочешь ли ты железо? Например, 10 штук. Хорошо, а 20 штук? За 60 монет. Пять готов, 67 готов, 69 готов, 71 готов, 72 не готов. Понял. Хорошо, а 20, вот если все железо я ему отдам. А он просто больше не готов давать. Ясно. Хорошо, если я 15. Ладно, я понял. 71 за 20 железа. Хорошо, Дидона. 3 железа за 2 золота. Печально. Так, перс. 3. Ну, я так понимаю, что вот это подсвечивается, что ему... О, смотрите, в ресурсах теперь, видите, темное то, что ему не надо. Конечно, попробую лошадей 10 штук, предположим. Нет, что-то готов. Но я так понимаю, что вот это подсвечивается, что не очень-то и требуется. Давайте с ракет. Хорошо, тридцатник. О. Ща мы купим. Лично поторговали, сейчас купим монументик. Отлично. Так, как тут у нас? Минус 4 всего. Вот, это уже можно жить. Можно расти. Давайте чисто на еду. Все пустим. И будем строить тут строителя. Ну вот эти города растут, окружающие. Видите, вот тут 7 жителей просто. 7 и 4. Поэтому они так сильно влияют на Урфу. О, уже 6. Покровки голод почему-то. Непонятно. Скифия Балкс. Блин, она там явно давит персы. Я не хочу, чтобы скифы выносили персов. Нет. Только не это. Так, что у меня с моим пантеоном? Что мне там культуру дает? Хлопок? Хлопок. Почему надо хлопок первым делом обрабатывать?
О, новая иконка. Можно предложить новое обсуждение. Вау, вот и мировой конгресс подъехал. Тамирис захватила город Балх. Ваш долг остановить агрессора. Ага, я плачу 30 влияния, чтобы это предложить. И у меня остается 4, а есть 34. Не хочу это предлагать. Не собираюсь вообще воевать. У меня, кстати, больше всех этого мирового влияния. Активные эффекты ничего пока нету. Результаты прошедшей сети. А что это даст вообще? Остановить агрессора. Я так понимаю, что все войну и объявят, видимо. Нападение на города уничтожает. Во время кризиса плюс 2 к боевой мощи. Если за отведенное время участники выполнят все поставленные задачи... Ну это как кризис. Только сейчас для того, чтобы вызвать кризис, надо мировое влияние использовать. Ну я не хочу сейчас. Мне этого не требуется. Кстати, хотелось бы знать, кто там в соседях у скифов вообще. О, куда-то поселенец пошел. Да, ну тут, кстати, и производство какое-то есть, хотя остров, мягко говоря, странноватый. Вот это... Капапынар. Капапынар, боже. Так, это удаляем. Давайте отметим, что здесь я хотел... Правительственный район. Government. Здесь. Science. Здесь тоже Science. Отличненько. Великие умы мира предпочитают нашу империю вашей. То есть у меня то ли мало великих людей, то ли мало науки. Так, все, уже плюс пошел. Видите, вырос город Эдирны до 3, и в Урфе пошел плюс. Это здорово. Толстая. Или толстая. Стая. Конечно, у скифов очень дебильные названия для нашего уха. Городов. Не, ну тут нормальный город, один точно можно будет поставить. Количество торговых путей увеличено. Сколько ходов? Еще 10-12. Ну, давайте торговца. Надо черную карточку, конечно, в исторических хрониках ставить. Из Урфы отправим. Ну, смог я вроде расселить. Вообще, кстати, еще можно будет тут где-то поставить город, между прочим. Но лояльность идет, да? Сильная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, 7 городов я поставил. Более-менее. Но мне они не очень нравятся, честно вам скажу. Вот с территории как-то не особо повезло в этой партии. Но мы будем бороться. Мы боремся. За светлое будущее Османской империи. Блин, скифы везде стены поставили, нормально так. There is nothing but a plank. Ну, мне серьезно. Between a sailor and eternity. Серьезно повезло. I've lived through some terrible things in my life. Some of which actually happened.
Бонус сосед. Ну я и кампус ни одного не построил. В том плане, что скифы не со мной воюют. Это, конечно... Иначе мне хана была бы тут. Очень быстро. Чисто кто... Скиф вообще кого-нибудь еще встретили, кроме... Да, еще двоих. Еще троих даже. Так, еще один губернатор. Ну, наверное... Давайте, наверное, Лян назначим. Скоро у нас будут героический век. И надо будет покупать рабочих. Обрабатываем хлопок, потому что культуру дает. Благодаря моему пантеону. Так, тут какой-то островок тоже надо будет исследовать. Дальше поехали в службу. Нужны союзы. О, тут ацтек как религию разносит. Надо открытые границы, наверное, с Дидоной и ацтеком. Может, они уже ко мне отправляют караваны? Да. И скифы отправляют. Не было со скифами еще хорошие отношения. Вообще, с моей стороны нету права прохода. Что-то я не пойму. Почему я тут не могу у Дидоны право прохода попросить, а у ацтека... Положим 5 монет. О, готов платить. Какой хороший ацтек. Вот надо подумать, с кем мне союзы. Хотя я бы и с Дидоной, и с ацтеком. На них нападать не очень. Вот я бы со скифами воевал. Так, господи. Странно, он больше был готов заплатить. К 35, да? Ну ладно. Так, недостаточно жилья в Стамбуле. И построили великую библиотеку. Хорошо. Заканчиваем верховую езду. 3 разных спецрайона. Это нам надо еще правительственную площадь построить и кампус. Давайте, может, в Бурсе правительственную площадь начнем строить. А... Трабзоне... Да, Трабзон у меня, конечно, очень грустный. Очень грустный Трабзон. Тут еще у скифов губернатор сидит, наверное, он тоже как-то влияет. На лояльность, которая действует. Не, ну пока, опять же, говорю, в плюсе мы. Сейчас еще Урфа сама по себе вырастет. Тоже, наверное. No hour of life is wasted. Ну-ка. О, уже плюс 2,5. Нормально, все-таки правильно я тут город поставил. Так, киты обрабатывают. Обратите внимание, что иконки увеличены и лучше стали видны. Вижу, что в комментариях пишут, что игра стала лучше выглядеть, да? Реально стало. И я ничего не менял. То есть у меня 6-я цива всегда была на максимальной графике. Вот тут проплыв есть. Нормально. Или нету? Ну куда-то есть проплыв. О, Балх захватил. Салоха и Балх — это бывшие города Перса. И тут вон скифы тотально нагибают. Так. Строители завершены.
Давайте центр коммерции. Что у нас с погодой? Бури 23% вероятности. Вероятность вулканов 11%. 3 активных, 2 извергалось. Уровень моря пока 0. Полярные льды, потерь нету. Давайте пока математику открывать. По науке нормально идем, все рядышком, а вот по культуре отстекнешь. О, какое-то новое чудо. Храм Минакши. Дает двух гуру. Все гуры, гуру стоят на 30%. Это, кстати, для ацтека сейчас. Религиозные юниты рядом с гуру получают плюс 5 к религиозной силе в теологической баталии. Нужно посмотреть только прямо священным местом. Интересное чудо. Это интересно. Так, караванчик я достраиваю. Хотят мне дать Илиаду за очки влияния, я, пожалуй, откажусь. Кстати, надо посмотреть, с кем можно торговать ресурс. А куда доклады делись, кстати? If bread is the first necessity of life, recreation is a close second. Колизей. Ну, я пока не буду менять курс. Так, вот доклады, ресурсы. Киты, янтарь, 3 хлопка. Кто со мной хочет чем-нибудь поторговать? О, эти попросить не селиться, это я 30 единиц влияния потрачу. Так, у него только мрамор, который у меня есть, у Дидоны. Вообще нету ресурсов. У ацтека, по-моему, только соль. Он не будет менять. Видите, значит, если так подсвечено, то я так понимаю, что он не меняет. И у скифов оливки. Да, но ему хлопок не нужен, потому что... Давайте на кофе, наверное, поменяем. А, все равно 16 ход. Нифига себе, какая жадная. Так, тут надо из Урфы отправлять караван. Киты обработаны, надо кофе обрабатывать, так? Как бы тут влезть, посмотреть, что происходит в войне. И вот другие соседи скифов. Я просто очень волнует это вот усиление скифов такое. Сразу. Ой, и этот город я первым нашел. И кого я нашел первым? Блин. Нанмадол? А где он вообще? Вы видите Нанмадол? Я вот... Вот это его юнит, да. А где сам Нанмадол? Чё это за хрень? Это я выходил. Так. Как мне к нему перейти? К Антанариву переход есть. К Нанмадолу нету. Невидимый город Нанмадол, как вам? Ну что, тут гавань строить или кампус? Или гавань? Пирамиды не хочу. Давайте, наверное, гавань. Рейну сюда надо пересаживать будет. Да, давайте поменяем местами. Стамбул, Алян сюда. В Эдирны.
Потом Рейну прокачать на соседство гавани и... Бруса нуждается в дополнительном жилье. Ну, пока нет. Извини. Как и вы, Дирны, тоже. Тут еще, видите, повезло, что покровка уменьшилась. Блин, охренеть. Есть юниты на Нмадола? Слушайте, может он город не поставил? Может карта сгенерилась? Сейчас я увижу поселенца на Нмадола. У него просто негде поставить город, типа он не влазит. Хотя, раз, два, три. Да, наверное, так и есть. Сейчас мы поселенца на Нмадола увидим. Мне так кажется. Точно, вот он. Я такого еще не видел. Ну вот вам очередные глюки шестой цивы уже с дополнением. Он просто не влазит, видите, раз, два, три. Ему нету места, где поставить город. И уплыть он не может, потому что не может открыть мореплавание. Здорово. Да. А если бы Арма чуть ниже поставила на клетку, Нанмадол бы смог разместиться. Слушайте, мне нужно вот машиностроение, мне кажется, открывать. Для этого нужны древние стены. Может, в Бурсе древние стены построить? Так, пошли вот тот хлопок обрабатывать. Из Урфы в Стамбул отправляем. О, руинки. А что это еще скифы их не собрали? Что за фигня? Ну что тут, гнобят перса. Уже 876 сила. У меня 155. А, у перса 94, понятно. Блин, слушайте, да она развернется, наверное, на меня пойдет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Может мне тут везде стены строить? Что? Сколько вы дерны? Стена 5. Давайте лучше тут стену. А потом уже в очереди поставим центр коммерции. И здесь в Урфе в очередь стены. А в Бурсе... Ну, тут юниты поближе. Ну, арбалеты, да? То есть лучников строить? Если чё. Ну, скифы вообще уже в средневековье. Не говорите, что она в рыцарях уже. Ну, я не скажу, что типа как-то много науки, конечно. Да, 8 ходов осталось. Так, ну мне все-таки не хватает. 3 очка я получу от мечников, так? Еще 2 очка. Ага, вот 1 очко от района. Великие люди у меня тут не появляются, торговца нет. Блин. Ну, мне пока не хватает. В средневековье. Вот машиностроение. Госслужба 8. Ну, вот госслужба, если только. Заселение 10 жителей не получается у меня сделать. Тяжеловато. Тяжеловато. Как бы мне очки эпохи набрать? Еще. Блин, ну скифы так... Еще главное, ж у персов уникальный юнит тоже. Летучий отряд. Ну-ка. Это скифы вот тут. Это легкая кавалерия. А в легкую кавалерию у нас как раз... Кто? Всадники апаются? Да, в летучие отряды. И чем он крут?
Ну что, может тогда колясок поднастроить и в эту летучую кавалерию идти? Водяной мельник. Блин, ну 13 ходов как-то долго открываться будет. Как так скифы быстро туда вышли? Да, ну против летучей кавалерии у нас жопа будет. С ручками. Производства нет вообще. Я, наверное, даже эти все камни не буду вырубать, а буду обрабатывать, потому что, ну, нету производства. Что, мне с лугами сидеть? А что, руины не нужны скифам, да? Только для маменькиных сынков типа меня? Руинки. Настоящие войны. О, кстати, сразу прокрутка к разделам. Неужто они интерфейсом занялись, господи? Так, пирамиды. Нет, давайте гавань сразу построим. Так, и осталось 7 ходов. 7 ходов. Воин-орел от стеков разграбил ферму. Defense is superior to opulence. О, какие-то очки. Ну это за район, видимо. 100% при строительстве оборонительных зданий. Может поставить пока на... Пока стены строим. Поставлю. Здесь даже 1,6. Зато стены быстро построятся. Так, ну ладно, пока на этом заканчиваю эту серию. Напоминаю, что я буду стараться прохождение выкладывать постоянно. Проверяйте канал, проверяйте плейлист, я, наверное, создам. До встречи в следующей серии. Не забывайте в комментариях писать, что вы хотите увидеть в первую очередь из этого дополнения. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!